Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника – это родной дом не только для меня, но и для всех стоматологов страны. На сегодняшний день по статистике у нас в отрасли работают 4500 врачей-стоматологов. Из них практически, наверное, 99% врачей прошли подготовку на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. На сегодняшний день Республиканская поликлиника имеет практически все возможности для стоматологического лечения практически всех нозологических форм заболеваний. Для этого есть и кадры, есть материально-техническое обеспечение, которого, к сожалению, всегда не хватает. И кроме того, что еще очень большими шагами развивается мир вокруг, мы стараемся, конечно, поспевать за ними. Вот у нас на очереди новый компьютерный томограф, новый, может быть, ЦЕРЕК. Во всяком случае, у нас есть планы для развития. А в этих планах самое главное, наверное, люди, которые работают у нас, которые стремятся учиться. Мы стараемся направить их и на стажировки, в том числе и в страны ближнего и дальнего зарубежья. И вот это наше стремление к обучению персонала, оно приносит свои плоды. Как я говорил, все-таки Сухая – это бренд республики, бренд среди стоматологов. И, надеюсь, маленький бренд среди стоматологов вокруг лежащих стран.